приїхали в Барселону, ми зараз підемо в Big C та супермаркет і куплю собі щось покушати домой. Ну, води нам також купити. Так. Большу стяжку. Хлопушок. Да, і... Я даже не знаю, что мы делаем. Да, потом очень смешно все это повезем на мопеде. Мы так всегда делаем. Короче, Юра сидит спереди, я сижу сзади, обвешенная такая пакетами, потому что Big C, в общем, на кассе тебе все складывают сразу в пакетики, и у них просто куча маленьких пакетиков, у них нет больших пакетов. Это просто такая куча маленьких пакетиков висит, которые никак вот вместе воедино не собрать. Их приходится развешивать на локтях вот так вот вести. Специально для этого у тебя есть рюкзак? Да. Для этого я взяла рюкзак, еще я обычно какую-нибудь здоровую такую типа сумку с собой ношу, ну такую складную, авоську. В общем, тут как таковых, как сказать, вот мы зашли через вот эти рамочки. Thank you. Можно снимать, да? Ну, ничего не сказал. Короче, рамочки, и вот тут просто стоит еда, а касса находится там дальше. Ведь тележки убогие, вообще не поворачиваются. Короче, по сути, ты можешь просто оттуда что-то вынести, да? Ну, как бы, легко. Ну, то есть, ну, такое доверие полное. Вообще мало с кем заморачиваются. То есть, мопед ты можешь спокойно хоть где оставить, потому что он нафиг никому не нужен, потому что я перенавалом. Пробка. Да, пробка. Давай, мы сейчас идем мимо большого дела с фруктиками. Мы сейчас идем рядом с Дорианчиком, тут прям потрясающе пахнет. Я хочу дуриан. Дуриан? Дуриан, Дурианыч. Так, мы сейчас зачем? Нам надо хлеб. Ты хочешь хлеб? Нам нужно все, чтобы кушать. Нет, тосты я больше не буду. Если вы хотите себе собрать прям тут какой-нибудь салатик, тут есть всякие овощи, яички, там фасоль, кукурузка. Фруктики нарезанные. Вы можете, да, всего этого себе накидать, собрать и пойти выйти на улицу, сесть он хоть на асфальте есть, потому что всем будет насрать, потому что все так делают. И просто едят на улице. Мы взяли маленькую каталочку на колёсиках. Вот. О чём мы говорили-то? Поехали за водой. Мы говорили о том, что... вы можете, в общем, в любое время прийти куда угодно. Везде есть нарезанные фрукты, везде есть накромсанные овощи. Можете собрать себе салат прямо на месте. Вы можете зайти в любой маленький магазинчик, типа 7-Eleven или Family Mart. О, да. О, арбузы подешевели, 18. Были до этого по 21. Мы возьмем арбузик потом, да? Окей, пойдем. Вы можете зайти в любой магазинчик, типа 7-Eleven, и там есть готовая уже еда. Вам ее просто там же разогреют. Да, что странно, мы заходили в 7-Eleven в Малайзии. Там ничего подобного не было. Ну, мало того, что там ничего подобного не было, там было еще и очень грязно. То есть... Короче, тут есть всякая экзотичная для нашего народа пищи, типа куча всяких соленых, непонятных рыбок сладких, фрукты с перцем, молоко. Хлопушки надо брать? Да. Хлопушки. Да. По магазинам с GoPro ходим, это вообще нормально? Нормально. А еще, если вы вечером вдруг проголодались, вы можете вообще выйти на улицу просто заорать, я хочу жрать. Побежать, обязательно побежит какая-нибудь тёчка с кастрюлей. Наложит вам нудл суп, да? Курицы. Курочку, лапшу, рисику. И, короче, и будет все зашибись. Так, у нас где эти? Хлопушки. Ладно, пошли дальше с молоком. Есть отдел импортной еды. И, короче, если вы вдруг захотите макарошки или соленые огурчики, или, допустим, сыр, вам придется за это порядочно заплатить, потому что тут все огурчики. Это стоит... Огурчики, вот, маленькие. Корнишончики. Каперсы. Ну, каперсы и в России столько стоят. Окей, какая-то капуста. Ну, интересно, это из США импортированная или откуда? Я думаю, что да. Шоколад, вот вообще что-то... Вообще с шоколадом туго. Он дорогой. Да. Вот эту фигню везде нам добавляют. Нет? Да. Это какая-то машрум. А, это какая-то каша. О, грибы. Это голубые формы. Нет, что-то другое. Какую-то какую? Курочку? Да. Грудку. Грудку? Да. Бамбовую грудку. Бери пакет. Вот такое? Да. Или вот такое? Я думаю, что такое. Давай так немножко, да? Да.
сколько немножко? Может быть сразу готовы? Нет, ненавижу. Давай мне. Она невкусная. Мы кушаем белок. Окей. Много белка. Очень много белка. Так, нам ее, наверное, опять по порциям лучше, да? Потому что в морозилке это будет. Я не знаю. Просто организуйте мне покушать и все. А, вот что я еще хотела сказать. Если вы тут, допустим, приобретаете какую-то сырую рыбу, предположим, креветки, вам их прям тут же, если захотите, порежут или приготовят. Бесплатно, просто вот пожарят. Хочешь сомика взять? Можем сомика, да, сейчас. Но, единственное, они тут очень любят все это обваливать просто ужасно в соли и на гриле пережаривать. Да, пережаривать. Я не люблю пережаренную рыбу, поэтому рыбу я тут как-то не ем. Хватит. Да. Пойдем дальше. Вон, сырого. Я про сырого. А что с ним делать? Приготовишь. В ароматке? Да. Что, нет? Хочешь мне? Нет, не хочу. Это сами какие-то. О, осетровые какие-то что? Что-то брать, потому что я не знаю, съедобно это или вообще можно это готовить. А вот половина вообще я не знаю, что с ними делать. Короче, давай возьмем. Я думаю, что мы не умрем, если съедим вот это. За арбузами хочу. Хорошо. Арбуз. Да. Ты выберешь сам? Да. Ем? Давай. Что, такой? А? Такой? Маленький. Вот, мы, наверное, так и сделаем. Вот. Тут все хорошо порезано за тебя уже. А стоит это только... ровно столько же? Да, я, может, выбираю что-нибудь. Я просто не знаю, насколько это будет сладким. Я знаю, что вот это будет сладким. Может быть, возьмем половинку? Может быть... Что странно, по идее килограмм целого стоит дороже, чем килограмм нарезанного. Потому что тут корочка. Да, тут же корочка. Как так? Бери любой, ок. Хочешь дырянчик? Кто хочет со мной дырянчик? Че, возьмешь телегу? Давай. Это не тот, я хочу тот. В гостиной какие-то страшные. Я хочу у себе этот взять. Тамарин. Кого? Что это такое? Ты уверена? Что это за какашки? Тамарин, который я покупала. Ну, по крайней мере, без этого, без перца и без соли. Окей, бери. Кокольчик. Нет, это те самые яйца тупые. Нет, это не имеет. Короче, у тайцев есть такой деликатес. Это, короче, черные яйца. Очищенные, черные. Они, короче, замаринованные в каком-то очень долгое время маринуются непонятно в чем, в травах. И, короче, приобретают черный цвет белок. Выглядит как тухлые. Да, и они какие-то еще такие. Мы в прошлый раз брали хороший чаек. Вот. Чаек тут тоже как-то очень странно найти, но вот в пакетиках. Да. Это здесь же было? Вот он, Настя. Такой, вот, берем? Да. Давай просто в Цейлонке. Давай. Мы слева с лимоном брали, да? Да. У нас есть лайм. Мы с лаймом чаечки. Я тебе брала. Себе брала ты. С медом здесь? Да. Вот, по-моему. Да. Фу, да? Очень сладкий. Ты хочешь такой? Да. Окей. Я хочу открыть и выпить. А что там делать? Нет. Мы на кассе. Мы на кассе разбираем вещи, продукты. Набрали кучу всего, как обычно. Надо нам дня на два, наверное, да, покушать? Взяли пупсиков, дыньки, Юра взял, мини-арбуза, яблочек. Вот. Сейчас пойдем, поедем домой. Время уже совсем вечер, мы уже устали, что-то нас рынок вымотал.
посмотрели, что это такое. Вот, и, пожалуй, на этом закончим. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. Юра, появись, скажи всем пока. Пока, я уже сказал.